Точно. Вадим Гаглоев посылает мяч в руки Игоря Акинфеева. Назад мяч отыгрывается. Цауня сделал передачу на Щенникова. Снова Цауня. Александр Цауня проводит второй матч подряд в стартовом составе. Это игрок сборной Латвии. Тоже очень способный футболист. Ну, собственно говоря, не талантливых, не способных, не перспективных в таком клубе, как ЦСКА, быть по определению не может. Тем временем Цауня. Вот момент. Хонда. Удар. И 1-1. Все было разыграно как по нотам. Великолепно. Завершил комбинацию. Но обратите внимание, какой удар. Ну, этот Цауня нам показывают. Показывают ассистента голевого. А удар наносил Кейсуки Хонда. А причем мне показалось, что Хонда забил шведой левой ногой, неотразимо послав мяч в дальний угол. И здесь, прямо скажем, сыграла не лучшим образом. Смотрите, вот свободный оказался. Почему-то Хонда оказался абсолютно свободным. Вот в этой зоне, естественно, опытнейший японец своего шанса не упустил. Загоев, Цауня, и вот здесь никого нет. На этом фланге должен быть Никола Миялович. Но во всяком случае, получилось так, что и Миялович, и Белоруков, и Попов оказались в центре.